Привет! Привет! С вами на канале Принцесса Эли. Итак, что это у тебя в руках, Элина? Киндер. Покажи, какой он. Киндер-сюрприз. Вот такой у нас сегодня киндер-сюрприз. Animal Planet. Вот посмотрите, какой тигр здесь стоит, смотрит такими глазками. И другие игрушки. Давайте посмотрим, что у нас здесь какие... Могут попасться игрушки, олени, тигры, собачки, медведи. Ну, вот такая коробочка у нас на сегодня. Давай, Элин, попробуем ее открыть. Вот такая необычный киндер-сюрприз с подарками. Что там у нас внутри? Вижу киндеры. Киндеры! Какие у нас там киндеры? Медведь? Дай посмотрю, Елена. Ну-ка. Вот такая у нас. Так, это у нас кто? Это у нас, по-моему, леопард. Вот леопард. А другие какие? Да еще вот это. Леопард. Вот здесь у нас такой волк и медведь. Давайте посмотрим, какие они прикольные. Так, ну что ж, Элин, давай начинаем открывать. Посмотрим, какие нас там игрушки ждут внутри. Медведя. Давай, медведя начнем. И что же нас там ожидает? Какая игрушка интересная. Элин, тебе нравится распаковывать киндер-сюрпризы? Да. Ты любишь шоколадку киндер-сюрприз? Да. Они очень вкусные, да? Зубками. Все дети любят открывать киндер-сюрпризы с зубками, да? Да. Ну? Что мне попалось? Что у нас там попалось? Что мне попалось? Какая-то игрушка. Игрушка? Давайте вместе посмотрим, какая нас тут игрушка ждет. Так, это что у нас тут? Какой-то спринти. Это мальчик катается. Мотоцикл какой-то. Вот, давайте посмотрим вместе. Это у нас какой-то снегоход. Вот по инструкции написано. Давай, Элин, ты открывай, я попробую посмотреть, собрать, что там у нас. Открывай второй киндер-сюрприз. Давай, открывай медведя. Посмотрим, что нас там ждет и какой киндер-сюрприз внутри. А я пока попробую собрать наш мотоцикл. Так. А колесико по центру он вставляется и... Так, какой там мне попал? Смотри, пап. Что там, Элина? Мне попался еще один. Давайте посмотрим. Ну-ка. Мне малыш попался. Малыш попался? Еще. А, это сюда в приложение. Ну-ка, это что это у нас? Это какая-то у нас обезьянка или кто это? Как ее назвать правильно? Это обезьянка. Или собачка? Собачка, она похожа. Ну-ка, давай, открывай, Элина. Посмотрим, что там. А, это точно собачка. Собачка? Да. Открываем и смотрим. Получается? Не получается, давай я тебе помогу. Ой, это вот такая вот хорошая собачка. Смотри, пап. Она такая хорошая. Вот такая необычная, прикольная собачка. Вот это наш... Собачка. Зимний мотобайк. Вот так. Очень классно, такой интересный. Вот здесь колесико у него, то есть можно кататься. В зимнюю, в погоду и в любые морозы не страшны нам снегопады. Очень, между прочим, интересная игрушка. Вот, посмотрите. Вот такая она. Так, и на третье нам что там попалось, Элина? Животное. Животное. Какая-то животное.
Вот Animal Planet. Сейчас я расскажу, кто это. Кто это? Я сейчас расскажу, кто это за животное. Вот такая прикольная. Вот такой необычный андатор. Вот. Ну-ка, давай посмотрим. Вот из серии вот таких вот животных, посвященных животным. А как называется это животное? Это животное называется, это семейство андатровых, водяное. Как ты ее зовут, честно говоря, не помню, или забыл я. Но суть не важна. То, что я хочу сказать, то, что вот эта коробка посвящена Animal Planet. И вот такой у нас мотобайк попался. Мотобайк это, видимо, спасатель животных. И... осталось сколько собачек кроватку. Что собачка? Кроватку. Кроватку сделать? Помоги. Давай, я тебе помогу сделать кроватку, чтобы она там сидела и было ей там тепло, да, Элин? Так, что-то она не крепится у меня. Что такое? Расцепляется прямо словом. Так, вот такая вот кроватка. Давай, собачка, попробуем там посидеть. И вот. Вот такая вот у нас собачка. Будет ей здесь тепло. Вот такие необычные у нас были три подарка в киндер-сюрпризе. Что попалось, Элин? Животное? Да. Там на рисунке ее есть. На рисунке есть? Да. Давай посмотрим. Упало. Ну ладно. Что у нас? А, ну вот у нас. Нет, здесь у нас таких животных нету, Элин. Ну все. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Принцесса Элли, всем спасибо, всем пока-пока, бай, пока. Пока!